И мы продолжаем, уточняем, дополняем, расширяем одну из главных новостей сегодняшнего дня. В Черном море сегодня утром был подбит российский большой десантный корабль «Цезарь Куников». Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Это была совместная операция ВСУ и Главного управления разведки Украины, в результате которой судно затонуло. В момент поражения российский корабль находился в территориальных водах Украины недалеко от Алупки. В Главном управлении разведки заявили, что для операции по уничтожению российского военного корабля использовали только что дрон «Магура», о котором мы совершенно недавно вспоминали в нашем эфире. Дроны украинские спецслужбы запускали с территории временно оккупированного Крыма, с берегов недалеко от города Алупки. «Цезарь Куников» – это большой десантный корабль, который можно использовать для постановки минных заграждений, а также для перевозки десанта. Экипаж – 87 человек. Участвовал в операции в Косово в 1999 году, в войне против Грузии и осуществлял обеспечение сирийской армии. Его спустили на воду в 1986 году, а создавали в Польше на верфи в Гданьске. Об этом сообщил военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. И подписывайтесь на Freedom в Telegram, чтобы знать правду. Сканируйте QR-код камеры своего смартфона и присоединяйтесь к числу подписчиков нашего канала. Если вы смотрите нас в YouTube, ссылка на канал в описании. Вы также можете легко найти нас по поиску Telegram, введя запрос Freedom. Получайте только самую достоверную и актуальную информацию о войне в Украине и событиях в мире.